10 ямальских семей взяли льготную ипотеку. До конца года еще 108 получат жилищный кредит с низким процентом. Жители округа, которые собираются приобрести жилье на первичном рынке недвижимости в ипотеку, могут обратиться в офис Ямальской ипотечной компании и получить льготный заем от 7,25% до 8,75% на весь период действия договора. Программа продлена до 2025 года включительно. С начала года участниками мероприятия стали уже 10 семей, сообщает пресс-служба губернатора автономного округа. Всего в этом году 118 семей смогут получить льготный заем. На компенсацию расходов выделено 40 миллионов рублей из бюджета округа. Ипотечные займы предоставляются региональным операторам – Ямальская ипотечная компания. Льготная ипотека на приобретение жилья на первичном рынке доступна для всех категорий ямальцев. На минимальную процентную ставку могут претендовать многодетные семьи с тремя и более детьми. При максимально первичном взносе 50% и более ставка для многодетных родителей составит 7,25% на весь период действия договора. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа аккредитовано 11 домов, в которых ямальцы могут приобретать жилье при окружной поддержке. Три объекта расположены в Салехарде, 6 в Новом Уренгое и по одному дому строятся в Губкинском и Таркасале. Чтобы принять участие в программе, ямальцам необходимо обратиться в Ямальскую ипотечную компанию по адресу: город Салехард, улица Республики, 78, или по телефону 8-349-22, 7-16-29 и 7-16-34 или на сайт www.ямалипотека.ру.